Дорогие друзья, всем привет! Хочу сделать небольшой обзорчик своего рабочего места. То есть это авторынок Риом. Потом хочу рассказать вообще, сколько машин здесь осталось. Вы, как можете видеть, не очень много. Но хочу просто еще развеять один миф, который распространяется сейчас в сети, о том, что, ну, не только в сети, вообще везде, о том, что машин мало, все кризис, все ужасно. На самом деле это не так, не все так ужасно. Да, машин мало, конечно, но это не потому, что кризис. Машин мало, потому что ввоза нет. Существенно сократился ввоз. Импорт машин, их стало меньше, они продаются, и их стало настолько мало, что у нас на авторынке сейчас очень много места появилось. Так вот, как раз таки их становится меньше, потому что, несмотря на кризис, их очень хорошо покупают. Машин хороших практически на авторынке, ну, не остается, да, их все меньше и меньше. Вот, и их будет все меньше и меньше, и вот многие жалуются уже, что сейчас цены на автомобили падают. Ой, простите, что я говорю. Цены на автомобили как раз-таки растут. И, помяните мое слово, к осени этого года они вырастут еще больше. Поэтому, ребят, если вы не успели купить автомобиль, советую это сделать уже в ближайшем будущем. У нас еще есть автомобильчики неплохие, хорошенькие такие. Лексусы там всякие. Инфинити, Мерседесы и так далее. Короче, если есть вопросы, давайте задавайте мне их сюда вниз. Ну, делитесь видео, может быть, у кого-то есть вопросы еще ко мне. По ситуации с авторынком на любой вопрос отвечу. Любой вопрос прокомментирую. Адекватные предложения по развитию приветствуются. Давайте, в общем, жду вас. Пока.